праздник огурца начался костюмированным шествием под звуки духового оркестра. Международный фестиваль снова собрал гостей в Суздале. На веселье и угощение уже в 16-й раз. В меню огурцы вареные, пареные, жареные, печеные. Посетители стараются попробовать все. Значит так, варенье, потом настоечка, малосольные огурчики, соленые огурчики и свежие огурчики, фаршированные кабачками. По 10 рублей штука. Много чего нового узнали. Попробовали огуречное варенье, попробовали рулеты из огурцов, пирожки с огурцами. В общем, очень интересно. Анна и Анастасия охотно предлагают огуречный лимонад, вареники с огурцом и капустой, а еще делятся секретом приготовления варенья. Огурцы, апельсины, лимон и любви побольше. Самое главное. В этом году праздник огурца открыл новый гендиректор Владимира Суздальского музея-заповедника. Игорь Конышев признался, к торжественной части готовился основательно. Я почитал историю, я познакомился с тем, как это было в предыдущие 15 лет. Я понимаю, что у праздника есть будущее. И уверен, что как один из таких базовых элементов событийного туризма для Владимирской области, праздник должен развиваться, и он точно будет развиваться. У нас принята программа развития туризма и культуры туризма на срок до 2020 года. И вот такие праздники, такие мероприятия, которые организовываются у нас довольно часто, они привлекают в нашу область большое количество туристов. Суздальский огурец – это важнейшая опорная точка формирования нашей гастрономической карты. Она и рисуется, начиная от Суздаля. Огурец – это наше все. В этот раз древний Суздаль посетили почти 11 тысяч человек. Гости приехали из разных регионов – Ярославской, Ивановской, Костромской, Московской областей и даже из Якутии и Армении. Я давно мечтала попасть на этот праздник. Мне очень нравится. Я очень люблю огурцы, знаю массу рецептов из огурцов. Сегодня цвет, как вы видите, желтого и зеленого. Да? Мы представляли тот армянский абрикос, абрикосовый сок, огурец и абрикос. Сегодня, друзья, брат и сестра. Праздник огурца – это еще и старинные русские забавы. Несмотря на жару, гости участвовали в мастер-классах и конкурсах, перетягивали канат и участвовали в битве подушками. Охладиться можно было в импровизированном фонтане, который организовали спасатели, поскольку столбик термометра поднимался выше 35 градусов. Сам герой огурец в этом году был облачен в скафандр по случаю юбилея полета Гагарина. Кульминацией стал запуск символа праздника в небо. Кстати, в карман костюма огурца положили письмо. Что в нем, узнает тот, кто найдет воздушного путешественника. Огурец-космонавт взлетел в небо, а на земле гуляния продолжаются. Впереди еще выступление легендарной группы «Синяя птица», конкурсы и огуречное меню. Впервые в этом году праздник огурца вышел за пределы музея деревянного зодчества. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6-й канал.